Медсестра, переводчик, актриса, дизайнер одежды. Вот неполный список профессий, которые вдохновляют рязанских школьников и студентов. О своих увлечениях они рассказали с помощью сочинения и видеоролика в рамках конкурса «Профессия мечты». Творческое задание оценили жители города и с помощью интернет-голосования выбрали 15 самых ярких и увлеченных будущих специалистов. Среди них немало представителей рабочих профессий, таких как машинист локомотива, электромонтер, повар-кондитер. Самыми необычными профессиями стали логист, следователь и геймдизайнер. Именно разработчиком игр хочет работать победительница конкурса Василиса Короткова. За нее проголосовали 2600 человек. Это такое наше ноу-хау. Это образовательный сертификат, который даст возможность Василисе получить дополнительные образовательные услуги по той теме, которую она выберет. Победители прошлого года выбирали у нас совершенно разные вещи. Две девушки, будучи победителями, учились на курсах иностранного языка, а вот одна, допустим, у нас победительница, выбрала курсы вождения. Василиса обожает интерактивное кино и игры, в которых принятые тобой решения влияют на сюжетную линию. Многие из новинок она уже прошла. Теперь хочет сама разрабатывать характеры героев и придумывать запоминающиеся образы. Освоить азы профессии и развеять юношеские иллюзии Василисе поможет главный приз конкурса – сертификат мечты. В общем, это даже не профессия, это, наверное, образ жизни. Это человек вообще делает все, создает игру, то есть ее история, ну, в общем, продумывает практически все. Я просто играл в игры, но до этого не думал об этой профессии, то, что мне как бы казалось невозможным, но потом узнал про этот конкурс, и это вдохновило меня. Вот. Программирование и дизайн у Василисы еще есть время сделать свой выбор. А пока для нее и других финалистов был организован тренинг по осуществлению желаний. Подростки еще раз проанализировали собственную личность и поняли, какие качества нужно проработать, чтобы уверенно чувствовать себя в выбранной специальности.